Добрый день, уважаемые зрители. Добро пожаловать обратно в Software Inc. Как я и говорил, между записями, перед тем, как начать новый эпизод, я прошелся немножко, пополнил наши команды. Осталось всего несколько незаполненных, но артистическую команду нам пока особо смысла нет заполнять. А вот немножко программистов и проектировщиков... Ну, не хватило специалистов, доступных на рынке, но ничего, в следующий раз, в следующем месяце дополним. И я вот обратил внимание, что у нас есть один человек, который бездействует, потому что нет свободных компьютеров, что меня очень удивляет. Человек относится к команде L2, в которой всего 16 человек, и у нас тут есть 16 компьютеров свободных. Поэтому хочу за ним пронаблюдать и посмотреть, что он будет делать. Так, еще обратил внимание, что у нас готов пресс-релиз на нашу операционную систему. Давайте его выпустим. Так, рекламу... Честно говоря, не помню, когда мы последний раз делали рекламу. Анонс, пресс-релиз. Не помню. Да, и еще пару дней назад вышло обновление, которое добавило немножко новой мебели. Такие столы, регулируемые по высоте. Стульчики с разными дизайнами. Ну, это такие обеденные, да, к обеденным столам стульчики. Какую-то еще более продвинутую климатическую технику, насколько я понял. Пока не вижу, может, она позже открывается. Новые машины после 1990 года. И не помню. Это здесь... Ну, в начале игры там показывает список изменений. Ну, ладно. А вот такие радиаторы большие появились. А, вот это, наверное, имелось в виду. То есть не вот это оборудование, а большие радиаторы и большие кондиционеры. Интересно. Можно будет подумать над их применением. Вот. Ну, баг-фиксы, понятно, там. Но, кстати, баг с музыкой у меня так и не пропал. То есть все равно, чтобы заиграла музыка, нужно включить его в режим строительства и включить и выключить. Сейчас опять вот что-то... А, играет просто очень тихо. Так, Реклама. Ну, давайте выпустим демо-версию и запросим обзор на нашу операционную систему. Когда мы ее планируем выпустить? В декабре 89. О, то есть у нас еще больше года. Отлично. Сборка прессы, отражающая текущее состояние... А, сборка для прессы, отражающая текущее состояние Manio S2 была отправлена... Окей. Давайте проследим за этим человеком. Действительно ли он не сможет найти себе рабочее место? Нет свободных компьютеров. Вот они все тут свободны. Вот свободен. Используется свободен. Старый компьютер. Состояние 100% выключен. Сдается мне, ты просто халтурщик, который не хочет работать. О, куда-то пошел. Идет за кофе. А, и вот теперь занимает, наконец, рабочее место. Окей, просто, то есть, было временное помешательство. Ну, часть людей у нас не занята, не подходит для активных задач, нет назначенных задач, не подходит для активных задач. OSD у нас ничего не делает, команда. OSD. OS, это которые вот этой программой занимались. Давайте их добавим вот сюда. Окей. Пускай они пока разрабатывают наш магазин приложений. Почему бы и нет? Money OS, это обзор, да.
Так, обновление, портировать. Ну, портирование можно свернуть, а обновление поднимем повыше, чтобы не пропустить, когда его можно выпустить. Посетитель, желающий заключить сделку с вашей компанией, отправился домой, так как долго ждал. Автобусы переполнены. Автобусы переполнены. Тут нет ни одного человека. Ну и привез он там всего пару человек. Окей. Так, ожидаемое наконец работы над программированием оценки по десяточке. А вот креативность-то не особо. Креативность не особо. Федерико Уайт. Жалко, что отсюда нельзя перейти на этого Федерико. Ну, сейчас мы его найдем. Федерико Уайт. Вообще у него операционная система прям на максимум умения. А, ну, креативность его от 52 до 100%. Ну, то есть, может быть, ему действительно не хватает креативности. А. Ну, окей, пока оставим. Не будем ничего делать, не будем делать итерацию. Тем более, что я уже закрыл это окошко. А, и теперь кнопка итерация мне недоступна. Но ближе к концу мы сможем повторить и посмотреть. Обновление Army World готово. Выпускаем. Так. В наличии. У нас не так много копий вот этих вот программ. Здесь вроде все четко. Да, нам их много и не нужно. Так, ну, вроде так все проконтролировал. Еще один посетитель ушел. Ну, тут прям очень грязно. Где наши уборщики? Я же набрал их целую кучу. Пум-пум-пум, убирается. Время 12 часов. О, пришла наконец. Ну вот для того, чтобы лучше следить вот за разными зонами, можно добавить группы комнат, скажем, уборка, да, то есть у нас самая большая проблема у нас с комнатами, которые находятся на входе. То есть вот это помещение, ну, в меньшей степени вот это помещение. В основном вот здесь грязь и вот здесь. Ну, здесь, может, просто уже успели убраться. Давайте мы добавим эти две комнаты в группу уборка и назначим, значит, у нас в основном вот этот Сэнфорд Томас. Потому что как раз у нас группа на начало рабочего дня в 8 утра. То есть как раз на его время, когда он приходит. Потом они уходят в 4 часа. То есть вот этому мы назначим уборка. И потом следующая группа приходит у нас в 8 вечера и уходит в 4 утра. То есть вот этим двум мы еще назначим эту зону. То есть они будут следить только за зоной, вот куда приходят люди, ну, на вход, где вход у нас в помещение. И надеюсь, что это улучшит ситуацию. Ну, а остальные будут ходить везде убираться. Ну, у нас по-прежнему куча пустых помещений, потому что я немножко обсчитался. Ну, ничего страшного. Окей. Так, патент. Давайте мы обновим наш софт. У нас доступны новые технологии. Конечно, мы тогда их обновим.
Поддержка. Ну, 3D скоро тоже будет новый уровень, то мы просто выпустим еще один. Так, для новых технологий. Нам нужно тогда обновить сначала 2D. Аудиомейкер нам понадобится. Да, наш Paint Shop сначала. Окей, тогда это пока подождет. И, по-моему, то же самое с Monster Craft. Уже находится в разработке. А, за его обновление, наверное, отвечает этот самый PM-команда. Да, здесь тоже понадобится нам новые технологии. Окей, все, тогда... Ну, вернее, софт с поддержкой новой технологии. Тогда пока подождем с обновлением Monster Craft. Этих поднимем повыше, чтобы я их не пропустил, когда они закончатся. Все, понеслась. Работа над Мегастор идет великолепно. Так. Что мы можем сделать вот здесь? Где наши сделки? Фильтры. Так, производство я уже проверяю. Остальные меня не интересуют. Окей. Контракты. Оборудование. Два миллиона копий, заработаем мы на этом всего миллион. Ну, как-то не особо выгодные сделки. Причем нам для этого придется построить полностью новую производственную линию, потому что наша существующая не будет для этого подходить. Ну, окей, ладно. Но у нас пока в производстве нету ни одной звездочки. Может быть, нам действительно надо начать с печатания, чтобы нам давали, начали предлагать сделки более выгодные на производственную линию. Давайте посмотрим, что у нас есть. Хотя мы же такие брали, да, когда у нас... Да, я же брал уже на печатание. Окей, тогда пока убираем. У нас и своих задач по печатанию хватает. Все, ладно. Ух, как прям быстро идет. Обновление успеем выпустить в этом месяце? Для операционной системы успели. А для 2D редактора не успеем. Окей. А, так, два человека в отпуске. Новые акции продаются. Пререлизная рецензия на MoneyOS 2. SPD разослали сборку MoneyOS 2. Прошло не так уж много времени с тех пор, как мы в последний раз пробовали его. Ну, то есть, недавно я целовал. Окей. Целевая аудитория не знает, кем является SPD. Ну, как это не знает, если у нас уже... Вон. Целое сердечко и второе закрашивается, и куча активных пользователей. Продукт выглядит великолепно, и он имеет все современные функции. Вам придется подождать, прежде чем вы сможете попробовать его. Ладно, кто-то там может получить образование. Давайте сделаем, почему бы и нет. Так, лидерское образование. OS Console D. Маркетинг и поддержка и разработка. Да, давай мы тебе лучше многозадачность дадим. Так. Команда L1. Ну, по большому счету, тебе не нужно. Ты юрист, ты будешь заниматься только юридическими вопросами. Но просто, чтобы ты мне глаза не мозолил. Пускай будет бухгалтерия. Так, тебе RTS. Программист, 3D, окей. О, я могу получить образование. Проектирование. Проектировщик, 100% навык. А... Команда RTSD. Окей, 3D. О, кстати, я же не проверил. Бухгалтерия, а у вас что, лидер не назначен? Ну, у этого человека нету задачи. Не назначен. Так, руководитель. 31%. процент.
А, стоп, вот это и есть ваш руководитель. Окей. Так. Где-то я еще видел таких, у которых слишком много задач. Art1n. По-моему, наверное, проще это было отсортировать по команде. Так, Art1n. Вроде все. И у вас нету лидера. Так. О, 24,9%. Должность. Так, художник и руководитель. Окей. И он должен тогда другим сотрудникам. Смысле. Хотя нет ни одной пипки в отделе кадров. Блин. Ну ладно, пока пускай будет так, потом, если что, исправим. О, готов патент на 3D, отлично. Это отлично. Так, и, соответственно, у нас есть одна свободная команда юристов. Давайте добавим ее в систему тогда. L3. Упс. L3. И L1 работает на 2D. Супер. Автобусы переполнены. Ну, давайте посмотрим, сколько из них сейчас людей выйдет. Не сказать, что прям супер много, но окей, ладно. Обновление Paint Shop завершено, выпускаем. И теперь делаем обновление для аудиомейкера с использованием Paint Shop. Окей. И обновить. Бум. Поднимаем это повыше. Так, кстати, да, что у нас с продажами? Продажи идут. Я бы сказал, неплохо идут. Мы выпустили обновление для операционной системы. Давайте посмотрим, помогло нам это с продажами? Помогло. Окей. Так, ну, они предлагают нам организовать дополнительные парковочные места. В принципе, ничего против я не имею. Давайте мы тогда... Так, это у нас как было? Вертикальная парковка, по-моему, да? А, нет, горизонтальная. Так, и тогда мы поднимемся на второй уровень. Вот здесь мы уже рампу делали для этого. Эть, нет, все-таки. Да, вот такие вертикальные. Все, что можем, застроим на втором уровне. А, стоп. Стоп, стоп, стоп. Отставить. Надо сделать сразу подъем на третий уровень. Эть. Максимально на парковке доступно три уровня, поэтому... Оп. Ну, можно, в принципе, сразу и третий уровень сделать. Такой у нас уже многоуровневый паркинг получился. Пу-пу-пу-пум. Ну, в данном случае я не буду делать переход и дополнительный вход в здание на там уровне парковки второго и третьего уровня, но иногда я такое делаю. Забыл. Мы можем строиться над дорогами также. Оп. Вот над перекрестком не можем, а
над дорогой, пожалуйста, нам вполне доступно. Здесь не можем. А вот здесь над парковкой можем. Так, а второй уровень тоже можем. Окей. А здесь почему не достроилось? Я вроде все выделял. Видимо, не до конца довел. Мега парковка. Окей. Так, обновление аудиомейкера. Готово. И теперь мы можем обновить MonsterCraft, который автоматически уже там обновлялся, но мы теперь... Так, а звук мы не можем повысить. Мы же только что закончили обновлением аудиомейкера. Или он уже использует новую технологию? Странно. Ну окей, ладно. Лицензии, маркетинг, дистрибуция. Маркетинг, я смотрю, стоит у нас не так уж дорого. Но хотя расходы на него постоянно растут. Единственное, что здесь, по-моему, не учитываются зарплаты. Зарплаты учитываются вот тут. А платим мы за маркетинговым зарплатам немало. Так, строительство. Пу-пу-пум. Окей, в принципе, все у меня устраивает. Обновление MonsterCraft готово, отлично. О, сделку нам какую-то предлагают. Skatetrix Intellectual Property, то есть интеллектуальная собственность хотят нашу выкупить. Но Skatetrix. О, у нас продажи растут. 38 тысяч копий. Сколько у нас в наличии? 44 тысячи. Нам надо побольше напечатать. Я бы сказал, 75 тысяч копий надо. Должны успеть сегодня допечатать их и отправить. Окей. Так, что там наше с нашей консольной операционной системой? Почему ставка? Февраль 89-го она перейдет в программирование. Ну окей, в принципе, более-менее. А я тут сколько ставил? 100%. Ладно. Давайте мы быстрее уже закончим вот с этими всеми проблемами. Пу-пу-пу-пум, кто-то еще готов к обучению? Целых двое. Лидерские навыки у лидера РТС-ПН. Ночная команда программистов. Ну, автоматизация не нужна. Социализация... В принципе, первая звезда вполне достаточно. Давайте мы тебе дадим многозадачность. Активность задач по разработке, как раз то, что тебе нужно. Бумс и проектировщик игр. Систему. Окей. 53 человека в отпуске. Очередные продажи. Товар закончился. Army World, как так? Как так? Не уследил. Не уследил. Я думаю, что когда вот уже приходит много денег, когда уже деньги не являются проблемой, нужно ставить заранее больше цифры по печатанию копий,
может быть, там миллион копий, и просто контролировать то, что остаются остатки, чтобы не вот так вот постоянно по чуть-чуть их печатать, а чтобы просто их лежало много. Чтобы вот избегать таких моментов. Ну, либо постоянно каждый месяц проверять, что там с продажами по каждому продукту. Но у нас их пока не так много, а со временем их тут будет много. И тогда за каждым следить будет уже не так просто. Ну, а потери от продаж, от отсутствия продаж по некоторым товарам, что, в принципе, вполне возможно, да? Не все товары будут хорошо продаваться, не все программы и игры. Поэтому... Наверное, я так и сделаю. РПГ. А, патент на 3, на 2D закончен. Отлично. Так, вот с операционными системами. Ну, окей, давай тоже миллион. А вот с консолью, блин, миллион консолей будет стоить до хрена. Но здесь, наверное, пока оставим 200 тысяч. Окей, так. Что там с нашими патентами? О, 7 миллионов мы заработали на патентах на звук за 87-й год. За технологию 87-го года имеется в виду. 15 миллионов на технологии 2D с 87 года. Я и говорил, эти цифры будут только расти. Так, где мы их здесь видим? Дивиденды, наверное, да? Нет? Нет, дивиденды это за то, что используют наши тех... А, ну да, то есть использование наших технологий. Супер. Кто-то еще берет наши программы, лицензии, соответственно, нам это отчисляет. Все правильно. Отлично. Так, и система патент. Бум. Так, мы все, да, патенты получили. 88-й. СПД, 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 СПД. Да, вот, пожалуйста, три команды юристов, три команды этих разработчиков. У проектировщиков лампочка мигает, надо обслуживающий персонал. У нас есть обслуживающий персонал вообще? Два человека. А ну вот он сейчас придет в 4 часа и должен будет починить. Три команды юристов, три команды проектировщиков, исследователей. Ну, не три команды, да, но с учетом ночных смен 5 команд, 6 команд, вернее. Ну, всего, как бы, да, три кабинета мы занимаем. И в ноябре мы уже закончили все исследования и все патенты получили. Большего нам особо это не нужно. Этого вполне достаточно. Окей, ускоряемся. 98%. Давайте запросим обзор. Посмотрим, что нам скажут. Вот уже не совсем десяточки и креативность маловато. Давайте по... У, багов 3,6%. Правда, что 3,6% от чего я не знаю. Не до конца понимаю, но окей. Давайте сделаем новую итерацию. Времени у нас еще больше года, так что никаких проблем это не должно вызвать. Отлично. Да, дадим мы вам операционную систему, как только мы ее закончим. Опять нам предлагают... Уже 12 миллионов, было 9600, да, теперь уже 12 миллионов нам предлагают за Skate Tricks. Ну, отклонить. Ну, я оставлю, пускай будет уведомление приходить. Так, нам так и не починили лампочку здесь.
Видимо, нам уже не хватает двух обслуживающих. Окей. Давайте добавим. Ну, вызовем сейчас просто ремонтника, а еще наймем. Так, 4 плюс. Сколько? Плюс 6 это 10. И, соответственно, 22. Шесть, шесть, шесть. Окей. Ну, в основном они будут вот здесь все это дело обслуживать. Так что да. Так, о, почти закончено Мегастор. Хорошо, так, давайте мы обновим нашу операционную систему. Ну, тут тоже есть немножко багов, и тут есть немножко багов. Чтобы не обновить. Выпустить, выпустить, выпустить. О, готово Мегастор к разработке. Разработать. Кто у нас здесь назначен? Ага, консольные команды и художники. Окей, это меня устраивает. Это меня абсолютно устраивает. Пу-пу-пу-пум. А я вот думаю, можно, наверное, все R&D команды объединить. Потому что все равно они все выполняют общие функции. Чтобы не было 6 команд, будет 3, ой, 2 команды, одна дневная, одна ночная. Назначить им 3 помещения. В принципе, вполне возможно. Сейчас посмотрим. Ого, какая зарплата у человека. 17 тысяч. Я даже что-то не заметил, что я такого дорогого нанял. Это кто? А, это лидер. Ну, повышение он просит всего на... А, наверное, просит всего на 5,2%. В принципе, нормально. Ну и остальные тоже немного. О, какой у нас есть дешевый художник. Всего 2 800. При том, что он третьего уровня. Ну и скилл, конечно, ну, не супер шикарный, но парень вполне неплохой. Окей. Так, принимаем все. А. Если, допустим, объединить дневные команды, объединить ночные команды. Пум-пум-пум-пум. Я не знаю, будет ли штраф на слишком большой размер команды. 38 человек в отпуске. Новые акции в продаже к вам придет. Пожарный инспектор. Убедить, что пожарная безопасность в порядке. Ну, я вроде везде ставил все необходимые вещи, но посмотрим, что он нам скажет. Товар закончился. Army World. Нифига себе. То есть я 100 тысяч копий напечатал, и этого все равно не хватило. Охренеть. Охренеть. Да что ж такое, она такая популярная прям. Это у нас что? РТС от Рори Райли. Круто. Так, 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 так. Мы можем печатать всего по 400 тысяч копий в месяц. Потому что нам нужно увеличить нашу печатную линию. Пум-пум-пум-пум-пум. Здесь она у нас зажата в уголок. Но мы можем сделать что? Мы можем ее перенести либо на второй этаж, либо в подвал. Давайте мы ее в подвал перенесем. Нет, в подвале у нас тут проход тоже будет не очень. Хотя...
Нам нужно куда попасть? Нам нужно попасть вот сюда. Можно и в подвал. Пока что вот так. Выбираем все вот это. Переместить. Вот сюда поставим. Так, не понял. Что такое? Почему они отдельно переместились? Так, отменить, окей. Видимо, что-то не так с выделением. Где принтеры теперь? Да ё-моё. Куда принтеры делись? Так, помещение отменилось. Возвращаем помещение. Выделяем вот эту зону. Переместить. Кажется, это просто какой-то визуальный, наверное, глюк. Сейчас мы переместим. Оно сохраняется. Сейчас я сделаю сохранить. И загрузить. Да, вот теперь все правильно. Так, здесь нам говорят, что персонал не может сюда добраться. Но здесь все логично. Нам нужно добавить дверь. Скажем, вот здесь, в этом помещении нужно установить противопожарные системы. О, какой интересный, новая лампа появилась, торшер. Прикольно. Так, спринклер, детектор дыма. Окей. Так, пока что так, и нам нужен чтобы он вот сюда подавал нам товар. Угу. И тогда нам нужно вот это поместить вот сюда. Да, и теперь вот эти линии нужно будет туда направить. Сейчас мы их немножко подвинем. Подвинем от стены. Опять-таки, это чисто визуальный глюк. Что-то как-то где-то не до конца сработало обновление, видимо. Развернем. Так, это тоже развернуть. Это сюда. Эть. Подача туда. То есть с этих принтеров оно идет сюда, отсюда идет сюда. Тюрю-тюрю-тюрю-тюм. Освещение. Лампочки. Раз, два. Раз, два, три, сюда. Раз, два, три, сюда. Раз, два, три, сюда. Раз, два, три, сюда. Так, сохранить. Загрузить. Угу. Все, принтеры теперь на местах. Что я делаю дальше? Я делаю, насколько сейчас производительность?
400 тысяч копий, 432 тысячи. Нам нужно не меньше миллиона теперь производить. Мы будем много печатать наших копий. То есть мне нужно больше, чем в два раза увеличить их количество. У тебя производительность какая? У каждого отдельного. 1000 копий в коробке, 1800 копий, 18 тысяч копий в месяц. О, так, 1000 минус 864 и разделить на 18. Мне нужно еще 8 принтеров. Окей. Миллион копий в месяц. Ну, соответственно, нам теперь нужно будет и увеличить количество курьеров. Этим мы сейчас займемся. Тут надо будет смотреть. Возможно, нам будет уже не хватать производительности вот этого первого уровня конвейерной ленты. Я, честно говоря, не помню, какая у них производительность, скорость работы. Возможно, нам надо будет обновить там до второго или до третьего уровня. Посмотрим. Так, курьеры. Курьеры, курьеры. У нас сейчас как курьеры работают? 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Окей. Давайте, наверное, сколько нам понадобится? Наверное, круглосуточно теперь понадобится. Есть 5 4. Так, 4 нами. Сколько у нас получается? 864 коробки. Так, нужно еще. Нужно еще. Курьер. Раз, два, три. 3, 2, 1. Найм курьера. Полночь. Так, это у нас сколько получается? 1008 коробок. То есть мы полностью покрываем наш то, что мы печатаем. Но без учета того, что мы будем производить. Ну, так производственная линия пока что стоит, то окей. Да, неожиданно, конечно, получилось с этим. Ух. Ладно. Прорвемся. Видимо, хорошая игра. Я бы такую поиграл. А, так, РТС, РТС, РТС. Спорт, РПГ. РТС, Adventure, Спорт, РПГ. Мы, по-моему, еще не все жанры покрыли, да? Которые нам доступны. РПГ, приключения, симулятора, по-моему, нету. Да. То есть нам еще можно сделать команду, которая будет заниматься симуляторами. Здесь вот мерцает как-то. Настольная лампа надо починить. Она у нас... Я же нанял еще двух дополнительных мастеров. Что, им на них хватает, что ли? Видимо, уже достаточно большой офис. А айтишников у нас сколько? 91%. 93%. Как бы пожара не случилось. Пожарники. Пожарную. Как раз у нас пожарная инспекция сейчас придет. Обслуживание 4. Безопасность 3. IT 2. Давайте мы еще пару айтишников наймем. Хотя айтишники в дневное время, наверное, во время рабочей смены, наверное, ничего особо сделать не смогут. Тогда лучше 16 и 4.
чтобы они параллельно работали. Так, а курьеров я, кстати, забыл назначить на зону ожидания. Назначить комнаты, курьеры. Окей. Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту. О, пробка на парковке. Ночная. Ну, сколько народу с парковки идет, да, в офис? Офигеть. Да, тут, конечно, грязно. Где там наш уборщик, который назначен на эту зону? О, идет. Санфорд Томас. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Ну вот, наверное, для того, чтобы избегать грязи там, где нас, к нам приходят гости, наверное, лучше все-таки это тоже для них делать отдельное помещение. Я как-то делал для них отдельное помещение и выставлял там все награды. Это тоже как вариант. Кстати, у нас награды же еще есть. А. Ну это очень большое помещение для приемной. Не, не, пускай. Пускай там сидят. Нам теперь не хватает пропускной способности здесь. Но с другой стороны. Так, а где мои курьеры? Они со следующего дня, что ли, только начнут работать? Ладно. Плохо, конечно. О, котик. Какой котик, а? Куда ты идешь, котик? Там стена. Мяу. Тут разные животные могут ходить по картам. Но, наверное, в городе меньше. А вот если в этом, в сельской местности взять, там, да, бывают, ходят всякие. Так, на складе у нас теперь не хватает места. Что мы можем с этим сделать? Мы можем вот сюда добавить склад. Еще несколько поддонов. Ну, не знаю, стоит ли. Так, а я, кстати, так и не добил команды. Оп-оп-оп-оп-оп-ом. РТСПН, кто нам нужен? Ух, какая у нас хорошая тут 2D система. Так, нам нужен сеть и 3D. РТСП. А, так, у меня РТСП тут выбран. Давайте тогда сюда посмотрим. 3D, система. Ну и 2D тоже было бы неплохо. Так, это дневная команда. Оп. 3D, сеть. Окей. 3D, сеть. Окей. 3D, пу-пу-пу-пум. Да, можно еще. Так, ну здесь маловат скилл. Так что давайте посмотрим, кто нам еще сюда нужен. 2D сеть можно еще посмотреть. Два Д и сеть, окей. Так, эта команда теперь укомплектована. Остались ночные. Тебе нужен 3D и сеть. РТСПН. 3D и сеть. Ночная смена. Контакт. Так, сколько тебе нужно человек? Еще один. Нанять. Окей. Теперь РПГ. Так, стоп. Давай мы закончим с программистами. Adventure P. Adventure P. О, Knight. P. Knight. Кто тебе нужен? Тебе нужен сеть. В любом сочетании с другими категориями. Давайте посмотрим, может получше скилл есть у кого-нибудь.
Ну, давай тебя. Четыре, окей. Тебя. Теперь сеть и звук попробуем найти. Окей. Кто еще нам нужен? Теперь здесь сеть хорошо. 3D и звук. И 3D и систему можно еще попробовать. Окей. Ну ладно, пускай будет. Все, эта команда укомплектована, и проектировщики RPGDN. Упс. Вам нужен 3D, 3D, 2D и сеть. Значит, попробуем 3D, 2D поискать сначала. Хорошо. Эксклюзивный лид. Ну, вот мне подсказали, что если снять эту галочку, то должно быть видно его навыки. Но, честно говоря, вот эта все равно подсветка, она мне не нравится. То есть видим, что здесь у него вообще нет никаких навыков в лидерстве. Но разница между вот подсвеченной звездочкой, не подсвеченной звездочкой и... Ну вот у этого нету, но когда полностью, если не осталось очков, то есть все уже, мы все израсходовано, то там вообще нет звездочки. Ну, не очень как бы это наглядно. Не сразу я догнал, как, что здесь что обозначает. Поэтому ну, как-то можно было бы все-таки получше это сделать, мне кажется. Так, нет, эксклюзивный лид нам сюда не нужен. 2D, 3D. Навык. Окей. Так, нам нужно теперь сеть и 3D. Сеть и 3D. Все, 16 человек. Все команды по 16 человек, кроме ночных художников. Окей. Так. Работа ведется. Давайте обновим баги. Что-то тут как-то работа медленно идет. Тут тоже. О, давайте мы сделаем обзор на наш мегастор. 6 человек в отпуске, новая мебель разблокирована. Ну, тут как раз то, что... А, да, еще вот новые стены для... между кубиками. Окей. Так. Я просмотрел, что там еще. 21 миллион налогов нам нужно будет заплатить. Офигеть. Так, так, так. А нет, тему пока не продвигаем, мы ждем завершения обзора. Налоги. Бухгалтерия. Очень надеюсь, что вы справитесь. У вас там тоже, по-моему, 16 человек я набрал, да? 16 бухгалтеров. Да, так что я рассчитываю, что все будет хорошо. Так, что у нас с продажами? Army World. Ну, пали, потому что мы не смогли покрыть весь спрос, поэтому теперь оно будет постепенно снижаться, к сожалению. Десять, девять, девять, десять, девять, девять, креативность 7,9.
Ну, креативность для магазина, по-моему, не очень как бы важна. Здесь по 9,9 и 10 вполне достаточно. Итерировать не будем. Продвигаем. Давайте немножко багов повылавливаем. Ну, скажем, этот месяц один. И потом перейдем в производство. Так. Печатаются у нас копии товара. Вот ночные, ну, курьеры начинают теперь работать намного быстрее. Но так вроде скорости самих конвейеров нам пока хватает. Ну хотя вот здесь вот небольшой затор происходит. Но у нас больший затор происходит здесь, так что не критично. Так, ну давай, операционка. Продвигайся. Какой тут прям след. Это те, кто идут с автобуса в сторону этого входа. Ну, окей. Музыка мне напоминает Transport Tycoon Deluxe. Не знаю почему, но вот прям почему-то вот похоже, мне кажется. Ну, у нас одно нарушение пожарной безопасности. Здесь не хватает чего? Спринклер есть. В каждой комнате слепого воспламеняющего предмета должна быть пожарная сигнализация, чтобы предупредить задание при возникновении пожара. А, пожарной сигнализации здесь нету. Косяк. Исправимся. Да, и вот после того, как прошла пожарная инспекция, то на... Как его? На слоях можно выбрать результаты, и тогда он подсветит помещение, где есть проблемы, где нет проблем. Ну, у нас только одна проблема нас нашли, так что у нас все хорошо. Вообще, вот эти вот все вещи, они очень прикольно. Много очень слоев, можно шум посмотреть. Да? Мы видим, что юристы при работе много шума производят. Можно тут все что угодно смотреть. Очень много слоев. Вода. Электричество. Акустика. Напряженный. Окей. Так. Двигаемся дальше. Это мы исправили. Что-то сломалось. Нужно вызвать мастера. Туалет сломался. Нам что, действительно не хватает 4 мастеров? Ужас какой. Обслуживание. Сотрудник хочет в туалет и не может сконцентрироваться на работе. Офигеть. Так, ладно, давайте тогда... Ну давайте 8 тогда наймем мастеров. У нас было сколько? Каждые 6 часов они приходили. Теперь каждые будут 3 часа. То бишь... Ой, так. 7. 4, 7, 10. 13. 16. 19. И... час. Да, вообще везде лампочки мерцают. То есть пожар может произойти. Ну, произойдет, значит произойдет. Ты уже на туалете, что ты мне рассказываешь сказки? Ладно, давайте на этом, наверное, сегодня прервемся. Продолжение в следующий раз.